Ну вот, наступил новый день, следующего дня. Светло, теперь можно немножко показать обзор. Так сказать, ознакомиться. Тряпки тут всякие. 417, ой, 421 двигатель. Инжектор клинануло. Не знаю. Думаю, блок поменять. 417 подойдет, не подойдет. Внешне он, конечно, хорошо выглядит. В первую очередь восстанавливать я буду его. Искать причину менять двигатель. Этот все на ходу все работает, но много вложений по восстановлению прежнего вида, чтобы поставить на учет. Ну и гнилой он прям сильно очень. Этот же нет. Ладно, будем восстанавливать, смотреть, что получится. Ставьте лайки, пишите комментарии, очень приятно читать ваши комментарии, много полезного. Так что ладно, будем следить, подписывайтесь.